Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». В пятницу в Самарской области ясно, осадки маловероятны, также жарко. Плюс 31, плюс 34 днем, ночью 22-24 градуса выше нуля. Ветер восточный, юго-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 32, ночью 24 градуса выше нуля. Восточный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 31, ночью плюс 25, восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясное небо без осадков, плюс 31 градус в дневное время, ночью плюс 23, ветер восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 37%, температура воды в реке Волга 25 градусов, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.